Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала «Раз посылка, два посылка», который посвящен распаковке посылок из известных интернет-магазинов, таких как AliExpress, Озон, Яндекс.Маркет, Wildberries, Беру и многие другие. И у нас на распаковке опять 5 посылок, и которые все пришли с AliExpress, но пришли они разными путями. Часть из них пришла Почтой России, а вернее 4 из них пришли Почтой России, а одна посылочка нам пришла службой СДЭК. Какие они по размеру? Да тоже практически все разные. Одна вот такая небольшая, внутри коробочка, сверху пакет. Две коробочки, одна поменьше, другая побольше. Вот такая коробка, и на ней написано Почта России, еще куча бумаги. И внизу самая большая у нас сегодня посылка. В пакете тоже две там коробочки. Ну, посмотрим, все по очереди. Давайте, конечно же, начнем с той, которая поменьше, которая у нас лежит сверху. И посмотрим, что же у нас здесь. А это, дорогие мои подписчики, подарок пришел. Вернее, это пришел подарок для розыгрыша. И что это? Да, как вы уже видите, фонарик. Но это не просто фонарик, это еще и пауэрбанк. Хотите фонарик, хотите пауэрбанк. Все здорово, все классно. Давайте посмотрим, как он выглядит внешне. И этот пауэрбанк, мои дорогие друзья, я разыграю среди вас уже... Сейчас объявляю розыгрыш. Поэтому тот, кто хочет получить, обязательно пишите комментарий под этим видео, ставьте лайк и будьте подписаны на канал. При соблюдении этих трех условий через 3 недели я этот Powerbank фонарик разыграю и победителю, соответственно, отправлю. Посмотрите, какой он красивый. Шоколадно-фиолетового цвета. Очень необычный цвет. Очень. Смотрите. Здесь разъем Type-C, USB. Этот фонарик можно повесить на шнурок. Вот сюда вот вдевается. Шнурочек прорезиненный. Очень приятный на ощупь. Такой бархатистый силикон, я бы сказала. Ну, он, конечно, у нас в разряженном состоянии. Фонарик не включается. А вот эта кнопка для включения фонарика. Фонарик достаточно должен быть яркий, и вообще этот пауэрбанк очень хороший, на 3000 мА должен быть. В комплекте, соответственно, USB у нас входит, и это, наверное, чтобы фонарик закрывался. Смотрите, на микрофон похоже. Так вот, мои дорогие, этот фонарик я объявляю на розыгрыш. Уже действует. Пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь информацией с друзьями, своими знакомыми, чтобы было интереснее. И, конечно, чем больше нас будет, тем лучше будут подарки. Поэтому обязательно подписывайте всех, кого только можно. Ну, давайте посмотрим еще на упаковку, посмотрим, что же нам говорит сама упаковка. Ну, как я уже сказала, емкость 3000 мА, USB вход, Type-C вход. Здесь указаны габариты, размеры 25 мм на 25 мм и на 117 мм. Очень стильный, очень хороший. Уберется как в любую женскую сумочку, даже небольшую, маленькую. И по весу он не тяжелый. 85 грамм. Я считаю, это очень важная и необходимая вещь в современной жизни. Так как мы живем в телефонах, мы от них зависим, многие в них и работают, и получают важную информацию, и постоянно должны быть на связи. Также там есть интернет и все остальные функции, поэтому очень часто телефон разряжается в самый неподходящий момент. Поэтому для того, чтобы таких ситуаций не было, всегда под рукой должен быть пауэрбанк. И у вас есть, дорогие мои, шикарная возможность получить от нашего канала этот пауэрбанк, причем стильный, модный, красивый, просто так, в подарок. А всего-то для этого надо написать комментарий, поставить лайк и быть подписанным на наш канал. А вообще быть подписанным на наш канал очень полезно, потому что здесь будет много различных розыгрышей, огромное количество призов самых-самых разных, интересных и необычных. Поэтому
обязательно рекомендуйте своим друзьям, знакомым и подписывайтесь сами. А этот пауэрбанк я убираю пока в коробочку, в том виде, в котором я вам его показала. И он будет ждать своего хозяина или хозяйку, которому я, соответственно, и вручу этот шикарный пауэрбанк-фонарик. Ну что ж, дорогие мои, время пошло. Пишите комментарии. Через 3 недели опубликую видео с итогами, где объявлю, кто же выиграл эту замечательную вещь. И не только замечательную, а еще и стильную, и очень красивую. Ну а мы перейдем, давайте тогда вот к этой коробочке. Она у нас поменьше, уж так вот как-то мне больше всего нравится начинать и открывать с тех упаковок и коробок, которые поменьше. Эту посылку мне привезли с помощью службы СДЭК. Да, и я поняла, что здесь такое. Здесь, мои дорогие, квадрокоптер. Да, представляете, вот такой вот небольшой, маленький, компактный квадрокоптер. И расскажу, для чего же он мне нужен. А нужен он мне для обзора на другом моем канале, который называется «Шалундрики». И он посвящен обзору различных игрушек, в основном, конечно, детских. Но ведь квадрокоптер – это своего рода тоже игрушка. Но только играют в нее детки постарше. Ну, конечно, уже и не детки, но, возможно, что подростки, мальчишки, молодые люди или мужчины. Это небольшой квадрокоптер, такой, как игрушечный, действительно. Но фирма, выпустившая его, JJRC, она зарекомендовавшая себя, недавно появившаяся на рынке, это китайский бренд, но она очень-очень уже себя успешно зарекомендовала и показала, занимается в основном выпуском квадрокоптеров, дронов. И отдельным направлением у них является выпуск роботов-игрушек. И у нас на канале Шалундрики, как раз есть уже роботы этого производителя. И могу сказать, только хорошие. Все они отлично работают, прекрасного качества и выполняют все, что заявлено. Поэтому бренд этот мне тоже нравится. Я, в общем-то, от него в восторге. И этот маленький квадрокоптер будет на обзоре на канале Шалундрики. Поэтому, кому интересно, пожалуйста, проходите туда, ждите, смотрите, обязательно подписывайтесь. И также этот квадрокоптер я разыграю только среди подписчиков канала Шалундрики после обзора. Поэтому, кому интересно, кто хотел бы поучаствовать в розыгрыше еще и вот такого подарка, обязательно подписывайтесь на тот канал. Будет интересно. Ну а сейчас я бы хотела, конечно, вам показать все-таки его, как он выглядит и что из себя представляет. Ой, да он совсем крошка, совсем малюсенький, посмотрите. Посмотрите, какой малыш. Очень-очень такой вот у него аккумулятор. Здесь еще запасной аккумулятор. Прям игрушечный. Соответственно, камеры здесь нет. Запасные лопасти. И пульт для управления. Пульт большой. Он очень легкий и сделан из пластика полностью. Прям вот как пушинка. И, соответственно, предлагается инструкция. Классно, дорогие мои подписчики. Так что, кому интересно, обязательно подписывайтесь и ждите, когда же он будет там. Такая у нас интересная сегодня распаковка. Что не посылка, то подарки. Давайте откроем следующую коробку и посмотрим, что же в ней. А здесь, мои дорогие подписчики, клей. Клей для разных назначений. Здесь 4 тюбика. Это заказал мой супруг себе, в общем-то, для различных целей. То есть много целевого использования. Так скажем. Честно говоря, я не знаю, для чего ему нужно. Для всего. В хозяйстве пригодится, как говорится, правильно? А тем более, если с руками мужчина, то ему нужно всегда все и много, чтобы инструмент был для работы. Больше ничего не могу сказать, потому что в этом я разбираюсь мало. Обзоров никаких по этому клею, соответственно, не будет. Поэтому просто передам эту упаковочку ему. Пусть работает. Посмотрим, что в этой посылке.
коробку, конечно, сильно помял. Ой, а здесь, посмотрите, какая красота. Здесь кукла. Кукла, и очень красивая кукла. Смотрите, какие у нее глазки. Это очень необычная кукла. Она относится к типу кукол шарнирных. Смотрите, какая красотка. Очень красивая в капюшоне, какие у нее длинные волосы. Видите, у нее все соединения, коленные суставы, локтевые, даже кисть, они все-все на шарнирах. У нее, соответственно, двигается голова, ноги в коленном суставе и в бедре, и голеностопный сустав. Все на шарнирах. Эта куколка обязательно будет на обзоре на канале Шалундрики. Кому интересно, пожалуйста, подписывайтесь, проходите туда. И, конечно, эта кукла также будет участвовать в розыгрыше, как и другие игрушки из обзоров. Поэтому, если у кого есть девочки или среди вас, возможно, есть коллекционеры кукол, то, пожалуйста, следите, когда же будет куколка эта там. И, соответственно, когда же она будет разыграна. Очень красивая, очень. Мне она понравилась. Прям действительно шикарная. И одета по-модному. Вся такая, посмотрите, образ весь продуманный до мелочей. Все подробно расскажу во время обзора на канале Шалундрики. А пока, пока я ее аккуратно опять упакую. И уберу пока в коробочку. А мы переходим к последней нашей посылке на сегодня. И посмотрим, что же здесь. Что же здесь за две внутри коробочки. Вот первая. А вот и вторая. А это, мои дорогие подписчики, написано The House. Сделано с любовью для счастливой жизни. Вот так. Первая и вторая. Это мини-домик. Кукольный маленький домик. Очень шикарный, очень красивый. Как он выглядит? Вот так. То есть, это домик. Нужно собрать вот в эту коробочку. Смотрите, вот такую вот маленькую коробочку. Соответственно, потом так вот открываешь, а там вот эта вот красота, которая нарисована на упаковке. Все детали, они вот в этих пакетиках. Соответственно, есть инструкция по сборке. Это вот эта вот книжка как раз. Киска. Это подставка для этого домика. Есть даже лампочки. Так вот, мои дорогие подписчики, этот домик будет на обзоре на другом моем канале, на канале Шалундрики. Помимо обзора сделаю еще и розыгрыш этой очаровательной игрушки. Очень-очень должен быть красивый этот домик. Кому интересно, смотрите там. А теперь посмотрим, что же в этой коробочке. Ну, в этой коробочке, соответственно, тоже что-то такое, только уже другого производителя. Но тоже кукольный домик. А этот кукольный домик выглядит вот так. Вот. Осень называется. Все запчасти этого домика. О, их огромное количество. А вот и сама коробочка, шкатулка, где все это будет собираться и храниться потом. И, соответственно, подставка. Тоже чем-то на кошечку похоже. Все обязательно будет на канале Шалундрики. Конечно же, также этот домик я потом кому-нибудь подарю среди своих подписчиков. Поэтому те, кому интересно, пожалуйста, обязательно подписывайтесь, смотрите, следите. На этом, мои дорогие друзья, сегодняшняя распаковка подошла к концу. Я напоминаю, что я вот этот чудесный, красивый, модный, стильный аксессуар, фонарик и пауэрбанк 2 в 1 разыгрываю среди своих подписчиков в этом видео. Пожалуйста, оставляйте комментарий, тот, кто хочет участвовать и выиграть столь стильную вещь. Ставьте лайки. Обязательно делитесь этим видео со своими друзьями и знакомыми. Пишите. Через 3 недели я опубликую итоги розыгрыша. На этом я прощаюсь. Всем спасибо за внимание и пока-пока!